В преемственности поколений заключена сила, способная пробудить в сердцах настоящих патриотов. Знание прошлого и уважение культуры – ключ к воспитанию наследников, готовых бережно чтить память и любовь к земле белорусской. У темные зимовые вечеры наши предки собирались всей семьей, как обозначить самое главное и урочистое свято – каляды. Белорусские традиции святкования каляд прошли простогодье и заховались до наших дней. А зараз попробуйте уявить себе тем самым белорусом, ти белорусской, с минулого, что весь год с захоплением шакали каляд. Ой, жон, конечно, в нашей хате горячо. Дык я ж 3 дні в печи палила, варила, смажила, пекла, чтоб колядовнички зашли, нашей хаты не минали. Сядайте лепш кутю есть. Мороз, мороз, иди кутю есть. Каб ты не морозил рассады, гурков, гарбузов, морквы да бураков, усяго того, что Бог судит посеять чи посадить. Мати, а чому у нас сёння такі багаты стол? Сёння абрадовая вячэра калядная называется кутя. Сёняшняя кутя шчодрая, а тыдзень таму, вы ж памятаеце, была посная. Что гэта за свята каляды? Каляды пошли еще до христианского часу. Под час каляд обрадные магичные деяни повинны были застерегать господарку и семью селянина от несчастья и неузгод. А с принятием христианства царка примерковала это свято до церковного свята Роство Христово, якое означается 7 студеня. Мати, а чому мы кутю на сено поставили? Бо Христос на сене народился. Чому на каляды козу водять? Бо коза с давних часов на Беларуси лечилася символом добробыту. Однако у некоторых районах водят жорова або медведя. Ну вот и подъели, а зараз давайте поворожим. А ну, детки, доставайте с подоброса по стяблинце сена. Во, добрый будет ли он, добрый. Вставай-ка, сынка, подойди до кенца, погляди, какое на дворе будет. Усё небо зорками обсыпано, будет добрый урожай с Божьим и грибов в этом годе. Дай Бог, как наши приметы сразу. Бег на колёдку, пешком, пешком, бег колёдок.